44 Оксана Шабанова, номер 43 Елизавета Крыпова и номер 44 Рут Хэмплин. Главный тренер команды Дмитрий Донсков, тренер Евгений Овсянников. Посмотрим, что же нам продемонстрирует два джентльмена.
Сейчас лидер атаки ГРК. Thank you.
Честно признаюсь, не особенно пристально слежу, но международная
8-17 после первой четверти в пользу хозяев. Очень интересная, динамичная игра. Думаю, что она нравится даже тем, кто не сильно следит за женским баскетболом, и для тех, кто не особенно там играет с Играет на площадке, остается.
17. Вот так получается, что попал Новосибирск здесь в Екатеринбурге провел свою лучшую четверть, но при этом по-прежнему никак не может сохранить.
Куигли, 11 у Раисы Мусиной. Вообще, что интересно, с игры команды бросили поровну. Вот как раз на ваших экранах персональная статистика. У Новосибирска Ольга Воробьева и Джейми Грейс Скотт по 7 очков набрали. А также 4 балла в активе Рут Элизабет Хэмблин и Виктория Челлен. Мигель Мендес, тренер, главный тренер УГМК, был на ваших экранах. И началась у нас третья четверть УГМК. С первых минут сейчас на площадке Элли Куигли, Бритни Грайнер, Евгения Белякова, капитан команды, Мария Вадеева и Кортни Вандерслут. Вот как раз сейчас у Куигли бросок не удался. Взявшая подбор Рут Элизабет Хэмблин. Вместе с ней капитан команды Майя Мари Лэнгуа. 10 номер, 12 номер Джейми Грейс Скотт. 43-й Елизавета Крымова, которая 4 минут в первой половине не сыграла. И 13 номер Екатерина Полюшова. При этом самое, что у нас есть, 100%. Не удалось командам пока изменить счет, который был зафиксирован у нас второй половиной первой и второй четвертями. 50-26. Я продолжу. Говорит у нас статистики. Первый фул, да, Крымовой дают. Так вот, бросили с игры команды одинаково по 33 раза, что те, что другие. У ГМК 23 из этих 33, соответственно, попадание 70%. У Динамо 10 из 33. Полноценных нарушений еще не было, а потому что не было недопущено ни в первой, ни во второй четверти перебора фолов. До пяти там никто не добирался, но как в первом было 4. Динамо Китова лишь фолов достаточно было. Владимир спокойно убирает мяч у Полюшовой, в нижний край щит отбьет. И вот сейчас, баскетболистки УГМК полноценно выполнять два штрафных броска. А нет, там же было. Была одна попытка с двумя бросками у Динамо. Да, действительно. Ошибочка вышла. Ну, 3 из 5. 5 штрафных. Да, все правильно. 5 штрафных. Там один был бонусный, 2 полноценные серии. Мария Вадеева, 4 очка у нее было. Вот это 5-е и 1-е с игры. 2 из 5 попаданий. У нее 3 промаха, но при этом 7 подборов. 1 передача. Блок-шот пока всего. Если вот вообще так говорить по персональной статистике, то Евгения Белякова лучше всего бросает в очковую, а лучше раскосучится в матче с Ногинским, а там еще 10 ассистов. Постоянно предлагая подписчикам, которых довольно-таки немало, поучаствовать в каких-либо опросах. Например, а как вы боретесь с плохим настроением, а что вы думаете о нашем будущем? И тогда вы зайдите посмотреть все результаты. Очко, если не ошибаюсь, в сегодняшнем матче 60-30, считаю красивый
еще 2 очка набирает Дмитрий Донсков. Да, в принципе, относительно он может и доволен быть. Может быть, и запереживавшим за нее после всего 4 очков за 9.25 в первой половине. Сейчас уже можно быть спокойным. Мария уже и повторила и переводила свою первую половину. А вот сейчас очередной 10 баллов. Мусина сейчас исполнит 2 штрафных. У нее тоже 100% результативность первой четверти. 5 из 5. Это штрафное оказывается точным. Догоняет она Марию Вадееву по набранным очкам. Теперь у обеих по 12. Раиса Мусина пока еще ни разу не промахнулась. Сейчас 66 очко, а для себя 13. 3.50 до конца третьей четверти. Еще
есть возможность Марию Вадееву догнать и обогнать. Ну а там уже приблизиться к имеющим 14 очков Евгении Белякова. Самые результативные. Ну и скот 14, это у Динамо. Вот первый промах, первый только промах вообще, бросок, который Раиса Мусина, который прошел в цель. Виктория Завьялова. Thank you.
своего соперника поразить не удалось. Там сейчас серьезный, довольно-таки эмоциональный разговор. Сразу же ВПУ сказал, но поскольку мы не играем сейчас, возможно, вообще не расстались. Значит, они не играют.
из-под кольца. И вот здесь не лучшим образом действовала. Ну, может быть, вот тот задор после матча с Ростовом. Спасибо.
86-63 по традиции. Снайпера в сегодняшнем матче Динамо Геймова. Раиса Мусина вряд ли, что значит, что трибуна 200, а?